Любимые, всем привет! Вы с Аленой на моем канале «Жизнь без невроза». И сегодня у нас прямой эфирчик. Отношения с женатым мужчиной. Как быть, если действительно есть отношения с женатым? Чего делать? Как себе помогать? Оставаться в этих отношениях? Выходить из этих отношений? Что, собственно, делать? Что делать, чтобы все нормализовалось? Отношения с женатым мужчиной бывают достаточно непростые, потому что вы не чувствуете себя на своем месте, вы не чувствуете, что жизнь настолько благосклонна, настолько прекрасна, что вы можете, действительно можете себе позволить своего мужчину. Вы не чувствуете, что в вашей жизни могут появиться настоящие отношения. И действительно это влияет на то, как вы дальше себя ведете. Кто-то уходит в самобичевание, кто-то в депрессивное состояние, а кто-то так и живет, ожидая какого-то чуда, что мужчина действительно станет вашим. Но, к сожалению, в большинстве случаев не бывает так, что отношения просто так остаются. Во многом отношения с женатым мужчиной определяют ваше состояние души. Вот напишите мне прям-таки под видео о том, почему вы выбрали такие отношения, почему вам важно действительно быть в отношениях с женатым. Верите вы или не верите тому, что судьба способна вам подарить человека, с которым вы будете счастливы. Еще один момент. Отношения с женатым мужчиной становятся непереносимыми по причине самобичевания и боязни остаться с самой собой. Ведь у очень многих людей есть история, связанная с тем, что я недостойна. Этот кусочек точно не мне. Этот кусочек кому-то, но не мне. Этот кусочек кому-то другому. И также и в жизни, друзья, в отношениях. Я выбираю, потому что я себя недолюбила или недодала, или что со мной произошло, почему я выбрала такое отношение с самой или самой собой. Почему я создаю такие условия, в которых я беру, что есть? Ответьте себе на этот вопрос. Отношения с женатым мужчиной начинаются из головы, когда я настолько не уверена, что жизнь может мне подарить человека, что я беру чужое. Но еще есть другая история. Я беру чужое, а верну ли я? Хочу ли я вернуть или нет? Осознаю ли я? А боюсь ли я, что меня осудят, меня накажут? Ведь люди разные говорят. Отношения с женатым мужчиной всегда риск и всегда боль, внутренняя боль, очень сильная боль, потому что страх и стресс, что появится другая, что накажет, что люди не поймут, что останусь одна. И это становится невыносимо иногда. Но можно действительно себя взять в руки, пройти терапию и понять, почему это произошло. Отношения с женатым приводят часто женщин к депрессии, потому что она понимает, что она в этой жизни не создала свою семью. И действительно она недостойна. Или у нее в голове установка о том, что на меня мужчин-то здоровых не хватит. И если с такими убеждениями действительно жить, можно
можно скатиться, правда. Какой-то невроз, какое-то состояние стресса, страха. И жизнь в состоянии ожидания очень непроста и очень тяжела. Если вы понимаете, о чем я, пишите, пожалуйста, пишите, и я действительно вам отвечу. Сегодня в чате мы с вами говорим о том, как поверить в то, что в вашей жизни могут появиться те люди, те мужчины, которые вам нужны, не кому-то другому, а именно вам. Пишите.